Ну вот, мои хорошие, у меня уже все готово. Я обклеила каждый контейнер, как всегда, оставила хвостики. Если не наверху, то они получаются внизу. Но, по-моему, здесь у меня все наверху получились. Нет. Вот тут сбоку только где-то. Ну ладно. Да, вот он. Угу. Так, и все, мне пора ехать на почту. Там дальше я буду уже упаковывать в коробки. Коробки я буду собирать тоже на почте, чтобы они сейчас много места не занимали. Я их так и повезу в сложном виде. Вот, а там на почте я уже их сложу как следует. Ну, точнее, соберу коробочки, упакую и сниму маленькие сюжеты еще, как я буду на почте. Ну, все. Я поехала. Не, больше не проси конфетки, не надо. Вот. Мусорки тут на каждом шагу. Главное, обратить внимание, не промахнешься. Вкусные конфеты. А? Ты Антону поймал, хорошо. Так, ребят, только не в догонялке. Мама, а я тут со своим маленьким играю. С маленьким играешь? Да, с маленьким. Нет. Не разнесите эту почту. Разного веса. Жрачки по-разному наложили. Нет, там в одной мух идет дополнительно. А в других по одному контейнеру в каждом. Ну и бумага разная, наверное, тоже. Не хочу. Так уронили, вот тут поднимаем за ним. Сейчас уберу все. Кирюш, успокойтесь, Кирюш. Идем играть, Инга. Туда, идите.